Международный кинофестиваль «Евразия», который ежегодно проводится в Астане, приносит известность и успех многим картинам. О них узнают во всем мире после их представления на фестивале, так считают в Азербайджане. Тему продолжит наш корреспондент в Баку Шафак Алиева. 13-й международный кинофестиваль «Евразия» в этом году стал рекордным по количеству фильмов, представленных на конкурс, и по числу участников. Азербайджанские кинематографисты, участвовавшие в фестивале, считают, что он играет важную роль в сценической судьбе конкурсных фильмов. Часто после этого фестиваля нам поступают приглашения от других кинофестивалей. И все отмечают, что фильм увидели на фестивале «Евразия» и им понравилось. Поэтому с этой точки зрения этот фестиваль – важная платформа для фильмов стран Азии, Закавказья и других регионов. С каждым годом растет его авторитет в мире. Азербайджанские фильмейкеры в Астану привезли картину «Гранатовый сад», которая получила специальный приз и награду «Лучшая мужская роль». Так получилось, что успехи актера Гурбана Исмайлова, исполнявшего эту роль, в этом году были связаны с Казахстаном. Казахстан, Астана. В этом году Казахстан сыграл большую роль в моей актерской карьере. Примерно полтора месяца назад до Евразийского кинофестиваля мы выступали в Астане на сцене с театром. И после этого нам поступили предложения выступать в других городах. И далее на Евразийском кинофестивале я получил награду за лучшую мужскую роль в фильме «Гранатовый сад». Поэтому благодарен режиссерам за приглашение в этот фильм и Казахстану за эти удачи, за то, что так высоко оценили мое искусство. В целом, наши собеседники подчеркивают, что стали свидетелями большого внимания к киноискусству в Казахстане на государственном уровне и в самом обществе. Об этом свидетельствует простой пример. Недавно казахстанский молодой режиссер снял фильм про семейную драму, и за две недели он окупился. Шафак Алиева, Эльшан Шакбалаев, Азербайджан, Баку.